Представительство германской экономики в Центральной Азии совместно с Торгово-промышленной палатой Кыргызской Республики организовали второй день германской экономики в Кыргызстане. Целью проведения этого мероприятия, как отмечают сами организаторы, является содействие развитию диалога между немецкими и кыргызскими компаниями, а также государственными партнерами. Ну, сейчас вот именно то, что сейчас проходят дни германской экономики в Кыргызстане, второй раз для нас важно то, что приехало около 35 потенциальных инвесторов. Даже мы знаем, что сегодня 1-2 человека уже заинтересовались реальными проектами. Основная цель сегодняшнего форума – это привлечение инвесторов с Германии, увеличение товарооборота и также, можно сказать, улучшение наших официальных дипломатических взаимоотношений. День германской экономики посвящается также таким темам, как сельское хозяйство, переработка сельскохозяйственной продукции и энергоэффективность промышленности. Форум предоставляет заинтересованным немецким предприятиям возможность презентовать участникам Дня германской экономики новые продукты и решения. К примеру, Томас Штиглер, являющийся менеджером по экспорту, прогнозирует улучшение Кыргызстана в сфере экономики путем импорта германской техники. Предлагаем машины и сервис, чтобы машины потом надежно работают. И киргизская земля, фермеров, если мы вместе сотрудничаем, то мы успеваем большой успех для страны в сельском хозяйстве, потому что очень важно, что очень эффективно ваше сельское хозяйство работает. Земля здесь не такая огромная, как в Казахстане, зато тем важнее, что эффективно и современно работают люди в сельском хозяйстве, чтобы было в конце-то концов выгодно для страны. Штиглер также отметил, что уже на протяжении 8 лет Германия обеспечивает Кыргызстан своей новейшей техникой, и он надеется на то, что в этом году взаимоотношения между двумя странами будут намного лучше, чем в прошлом. Азада Урумбаева, Тынчты Кальбаев, Пирамида.